мире сегодня разрабатывается там несколько тысяч стандартов ежегодно. Мы в нашей стране вот за 2020 год мы уже приняли порядка 500 государственных стандартов, утвердили. Они касаются абсолютно разной тематики. Это и вопросы машиностроения, это вопросы, связанные с пищевой отраслью, сельскохозяйственной, электротехника, игрушки. То есть мы стараемся максимально, ну, брать во главу угла те отрасли экономики, которые важны для страны. Разрабатываются стандарты, при этом надо отметить, что сегодня фонд стандартов, это еще с тех советских времен, у нас в стране это порядка 30 тысяч стандартов. Однозначно понимаем, что некоторые стандарты, они уже утратили свою актуальность, но системно работаем над тем, чтобы, ну, осознанно отменять устаревшие требования. Например, в этом году мы уже отменили порядка 400 стандартов, которые, ну, считаем через опросы нашей промышленности, что они стали неактуальными. В этом году девиз Международного дня стандартизации – это стандарты для защиты планеты. Никто не умаляет значимость стандартов для развития промышленности, прогресса, но при этом уже все однозначно понимают, что нельзя сегодня во главу угла ставить только развитие любой ценой, потому что нужно думать об экологии, о защите природы, о сохранении ресурсов. И вот этим лозунгом Международная организация по стандартизации, она как бы подчеркнула важность вот этой гармонии для существования планеты. То есть прогресс, но с акцентом на экологию и защиту окружающей среды.